Гуманитарная помощь Донбассу. Из Саратова в Ростов 18 декабря были отправлены 8 большегрузов с электротехническими деталями. Собранная за несколько дней помощь предназначается для восстановления линий электросетей на территории двух непризнанных республик Украины. По словам организаторов сборов, помощь будет доставлена до российской границы, а далее уже перенаправлена в проблемные районы. Будет направлена в Донской спасательный центр Ростовскую область. И в дальнейшем передадут его уже в районы юго-востока Украины для выполнения ремонтных или восстановительных работ.